Михаил Рябинин много написал песен, ты уже произносил даже их количество, и много песен, стихов у него написано на тему Родины, любви к Родине. И вот сейчас мы на сцену пригласим артиста, который всем нам хорошо знаком. Он очень много лет на этой сцене, он очень ярко, очень преданно служит искусству. И не зря он лауреат международных, всероссийских премий. Он лауреат государственных премий, очень заслуженный артист. Это народный артист России Владимир Девятов. И фолк-группа «Ярмарка». Одна из песен о родине. Добрый день, мои хорошие! Много славной музыки на земле моей. Тульская гармоника, курский соловей, волжские страдания, псковский хоровод, русская мелодия за душу берет. Всегда пою русскую мелодию, спутницу мою. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию. В журавлином клёкоте, в золоте листвы, песню русской осени узнаете вы. Засвистят метелицы, затрещит мороз, зазвенят продрогшие ветви у берез. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию, спутницу мою. В радости, в горести я всегда пробудится, грянет первый гром, ручейки покатятся звонким серебром, в солнышке растопятся песни о снегах, лето красной девицей выйдет на луга. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию. Народный артист России Владимир Девятов. Кстати, не так часто он выступает здесь у нас на российской сцене. Владимир очень востребован. У него сплошные гастроли за рубежом. Его очень любят. Спасибо, Владимир, что ты сегодня с нами.